И вот она, отдельная часть для самой сложной, на мой взгляд, головоломки в квесте Нибиру. Давайте займемся. Даже не знаю, сколько это займет времени. Но начнем. Так. Так. Пока что. Зеленый. Так. Напротив зеленого должен быть желтый. Нам нужен тогда вот так. Так, поставим. Так. Так, и сюда нужно желтый теперь поместить. Я лучше в ней сейчас уже ориентируюсь, чем в первый раз. В первый раз я, к сожалению, не знал, что вот этот внешний диск можно крутить. Я вообще собирал, вращая только 4 диска вот эти. Это отличается. Но я думал, что здесь с одной стороны только дырочка. Сколько же я их крутил? Это было просто какое-то... неограниченное количество попыток. Так, и нам нужно сюда загнать желтый, да? Окей. Так, для начала сделаем вот так. Теперь вот так. Здесь главное логику понять. Если кто-то хочет использовать это видео, чтобы все повторять так же, как я, то это может быть очень сложно и муторно. Ну, вы, конечно, вы можете так проделать, если у вас не получается собрать. Но придерживайтесь вот такой последовательности, как у меня. Вначале собираем шарики на первом диске. Не по рядам, вот так. Я вначале тоже пробовал, вначале все красные собрать, потом все зеленые. У меня даже два ряда получилось так собрать. Или три. Но потом ничего не получится. Так, поэтому... Так, так, так. Ага, я понял. Так, сейчас мы... Вот. Первый есть. И, ну, вы не ориентируетесь сейчас на стрелки, просто я вот так поворачиваю, и все, она встала на свои места. Нет. Желтый с зеленым перепутан. Да как так-то, а? Хорошо, тогда... Тогда вот здесь мы эту замену произведем. Зеленый сюда. А желтый... Сюда. Вот, теперь все на своих местах. Первый диск собран. Далее второй. Давайте. Зеленый уже стоит на своем месте. Сюда нужно белую поставить. Так. Вернем зеленое. Так. А...
Что-то я намудрил. Так, секундочку, промахиваться не надо. Вот, сложилось 3 и 3 сразу. Но правда это такое. Это еще поруинится, нам главное сейчас вторым заняться и правильно все сделать. Так что... Желтую загнали. И теперь красную. Так, а красная у нас там на той позиции отсутствует. Значит, надо ее туда будет продвигать. Начнем вот так. Нет, нет. Сюда, что ж. Вот. Так, теперь... Вот так. Есть. Смотрите, желтые уже собрались. Тут пока красные собирал. Неплохо, в принципе, неплохо, потому что... И белые, и эти тоже почти собраны. Так, сейчас тогда... как лучше? Как лучше, друзья? Достанем. Надо сюда третий поставить. Третий красный. Во, супер. Теперь у нас практически все готово. Если вот так взять, только два шарика осталось местами поменять. Для этого мы сделаем вот так. Вот так. Так, так, секунду. Вот так. 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 И вот так. Получилось быстрее, чем я думал. И, опять же, когда логику понимаешь, то уже... Или вырабатываешь правильную модель сбора, то она кажется намного проще. Я не собирал раньше, начиная от маленького круга. Ох, я как вспомню, сколько я ее крутил. И я потом еще второй раз начал проходить Нибиру. И второй раз дошел до этого места. И опять у меня не получалось. Ну да, внешний круг я не крутил, и это все бесполезно было. Потом еще помощники были, но потом уже со временем дошло. Что мы получаем? Когда я держу ее в руках, у меня возникает странное ощущение. Но... Это не так страшно, чем если бы она была странная на ощупь. Продолжим прохождение в следующей части.